А именно документы. Да, наверное, туда разложим. Вот такие вот, что тут у нас было. Сейчас мы посмотрим. Товарные чеки. Разберемся следствие. А вот они, то, что мы искали. Справочки потенциальных жертв. Фотографии. Вот они, родные. Вот у нас один потерпевший будет. Увидели, да? Вот она, фотографии, паспорт. Это у нас расписка. Видите, да? Фотографии и ксерокопия паспорта. Делаем. Ну, понятно, да? Три документа. Это чьи, скажите, сэр? Их обнаружили. Да. Угу. Чуть-чуть так покрутил. Чисто одно военное. Это вещмешок или как он называется? Что у вас, да? Нет, я не помню, откуда он. Это в автошколе я училась. Старый Ярославский. Нет. По существу проведенного обыска, что можете пояснить, откуда у вас форма, печати, расписки и все форму остальное? Форму покупали на концерт. Печати нашли ИП Крюшукова. Так, расписки, печати. Расписка одна по долгу. Девочка кольцо у меня за лох оставляла, денежку брала. Все. За зеркалом документы, которые у вас, копии паспортов и фотографии, откуда? Не помню. Печать Федеральной миграционной службы откуда у вас? Я вот не помню, кто мне их попросил, чтобы они у меня полежали. Не помню, правда, кто. Сами вы где работаете? Нигде. Ранее осудимы? Нет. Привлекались? Нет. Мошенническими действиями занимались какими-либо? Нет. На концертах форму где собирались использовать? Я не помню, это уже было давно. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России по Смоленской области установили, что в областном центре действует мошенница. 26-летняя уроженка Брянской области, проживающая в городе Смоленске, представлялась сотрудником ГИБДД под предлогом оказания помощи при сдаче экзаменов в ГАИ, услуг по выдаче или возврату водительских удостоверений и открытию категорий, она обманным путем завладевала денежными средствами граждан.